Кастл. Блин, ночной викенде атмосферно выглядит прям. Смотрите, сколько звезд падает. Мужицкий дождь. Нормально. Так и планировалось. Все так и задумывалось, ребята. Так, один мужчина уехал отсюда. Не вывез накала. Страстей. Оружие перезарядится у меня. Давайте. Оп, все, отлично. Да долбаная! Да фу, пучупу, блин! Чё за пучи нахрен вообще? Ошалеть, я ему еще и... Ладно. Хорошо. Договорились. Я все понял тебя. Жесть. Просто какая-то балочка помешала. Так, дайте-ка я АУК возьму. У меня нет оптек. Есть аптека. Есть бинты, есть две хае. 5 хае. Одну закину сюда. Одну закину чуть дальше. Пойму. Ну это... Не иначе, чем фантазер, блин. Хотел меня с Сайги убить. Опа. Глушачок. А это он убивал тут? Или не он? Капец, нафантазировал мужчина. Какая сайга, ты чего? Опа! Еще один свалил. Ну все. Я один. У меня ни машин, ничего нет, да, походу? Мне надо куда-то сюда бежать, получается. У меня есть велосипед. Так, чтобы его развернуть, мне нужно место. Было бы забавно, если бы в этот момент еще кто-то был. Так, и тогда мне надо, получается, чтобы нормально с тепловизора убивать. Ой, там хаешка взорвалась какая-то сочная. Мне нужна какая-то ДМРка.
Желательно надо было драгунов взять. Ё-моё, надо было реально драгунов взять. Ребята. У меня чел. Оп. Оп. Хаешка полетит в меня. Сочная. Буду с этой стороны. Он справа кинет. Он ничего не кинул мне. Как так? А где? Он смотрит. Но это был не хедшот. А вот это был хедшот. Так, и он куда-то хаешку кидал. Вот сюда, в этот дом. И это тоже хедшот. Это что такое стоит? Что это? Вы это видите? Все, я в поисках дропов, ребят. Хочу найти тепловизор. Велик. Сейчас будет стрелять по тачке с палец. Угу. Это мне от тебя и нужно было. Да как я за деревом-то получаю дэмэдж, мужчина? Так, дропы летят. Отлично. Дропы у меня. То, что нам нужно, это только этого типа убить, получается, и все. И мы заберем дропы. Или можно его не убивать? Просто скипнем, да? Блин, тачка какая-то едет на дропы. Стопай. Масхалат бы мне тут, кстати, пригодился нормально. О, теплак. Освобождайся, место. И пулемет. Найс. Ёб твою мать. Да ё-моё, перезарядись, пулемет. Что? Сейчас нам надо резко вот так сделать, чтобы обозначить его, да? Все, закончилось.
Все, всем раздам нахрен. Лещей. Ой, блин. Наконец-то. Наконец-то просто. Здорово, Доманыч. Тут больше ниоткуда не смотрит, да? Все, больше вроде нет никого. Так, я пойду ДМР, с вашего позволения, заберу. Хочу он ли с теплачком, поэтому авик я, наверное, скину в этой катке. Хочу именно с теплаком поубивать. Чтобы не скипать, не менять. Или оставить на авике. Что скажете? Оставить на авике? Или взять драгунов. АВМ и теплак. Типа, так сыграть. Так, тогда мне надо восьмерку обратно как-то залутать. Вот так. Ну так, норм, да. Зачел? Тачка. Тоже тачка. Тоже тачка. Так, а я в масхалате еще, да? Найс вообще. Вот так, когда смотришь, что-то блестит, хоп, поворачиваешься. Вообще никого не вижу здесь. Да как я могу столько промахиваться, я не понимаю. Сейчас ему просто в тело выстрелил, попало в голову. Как? Каким образом? Так, а где чел, который мне сюда приехал? Нет его, да? Его нет. Надо смоки полутать где-то. Надо где-то смоки полутать. У меня здесь чел где-то должен быть.
Я пойду, наверное, к нему, полутаю с него смоки. Такое не законтрить. Вообще никак. То, тут такая вот штука есть еще. Найс. Так, и у него два смока. Отлично. Могу скинуть бустов, немного взять хае. И патронов. Так, тут никого не вижу. Здесь вроде тоже никого нет. Там какой-то чел дерется. Но мне, наверное, отсюда по большому счету не надо, да, никуда идти. Что думаете? Я могу, в принципе, и отсюда прям фул доиграть. Раскрывайся быстрее, смог. Я его не вижу. Продляю смог. А там что? Тоже, да, не вижу никого? По идее. Подо мной вроде бы тоже никого нет. Где этот в поле чел? Он прям под меня вообще не открывается. Так, а мне сюда не надо, по идее. Возможно, его, кстати, убили. Как раз таки чел с поля. Смею подозревать. Потому что в поле... А, вот все, увидел. Ой, жесть. Что это за имба такая? Что это за имба? Так, ну он пытается прокинуть смоки себе, чтобы бежать, я правильно понимаю? А в смоках не особо удобно. Ой, тепловизор, конечно, вообще must-have в этой игре. Просто чит. Просто чит какой-то. Это жизнь. Да, еще и пулик при этом. Капец. Неплохо стирает. Кайф. Жалко, что в кемпе долго чувака искали. Много потратили времени. Ну, ничего, нормально. Не забывайте лайки прожимать и подписываться.